Друзья, жизнь в Турции, замуж в Турцию – вопрос, который волнует очень многих. Мы познакомились с Гулией. Привет, Сэм. Гулия живет уже больше 2 лет в Турции, в городе Кайсери. Сама она из Казахстана. И в этом видео мы подробненько вместе с Гулией, точнее Гулия, расскажет о всех плюсах и минусах жизни в Турции. Какие здесь мужчины, какая здесь жизнь, какие достопримечательности в городе Кайсери. Поэтому смотрите это видео внимательно и до конца. Работает мужчина, он может там на 2, на 3, на 10 работах умирать. Но жена не работает. Жена не работает. И я проверяла, потому что я звонила, у меня ассоциации, мужик поехал на дачу, что он там делает на этой даче. Почему? Потому что постоянно врывается в твое личное пространство. То здесь это повод для того, чтобы тебя считать конченным человеком. У меня муж может плакать за просмотром патриотической музыки. Это считается центром «Анатолийский тигр» в Кайсери. И часто наших девушек это просто, можно сказать, психологически ломает. Ну и третий способ – это выйти замуж за гражданина Турции. Приняли, можно сказать, мусульманские имена, фамилии и стали турками. Гулия, расскажи, пожалуйста, как ты попала сюда, в Турцию, в этот город? Расскажи свою историю. Мой муж, будущий муж, приехал в Казахстан, он работал там архитектором. Мы с ним познакомились в кафе, у нас было очень интересное знакомство. Я вообще за мужчин отечественного производства, ну так получилось. Отечественного производства, ну так получилось, что... Покорил, очень был настойчив, и мы с ним 3 года как общались, с друг другом разговаривали, гуляли, дружили, в общем, узнавали друг друга. Сам переезд в Турцию я не планировала. Так получилось, что мы с ним в эйфории переехали сюда. В общем, я уже поняла сам свой поступок только уже здесь, в Турции, точнее, в Стамбуле. Я думала, что я вообще не знала, что такое Кайсери, какие они люди. Если бы мне антирекламу сделали бы в Казахстане, куда я попаду, я бы, наверное, тапки не собирала бы. В общем, и когда уже приехала сюда, то, соответственно, уже семья здесь быстро решила. Позвали и мама, сделали никах. Потом собрали, опять же, быстренько документы и поженились. Весь наш дом присутствовал на этом лесминикях. Mm-hmm. Лесминикях, ну, на официальной регистрации брака. И потом, когда мы уже хотели сделать еще одну свадьбу, как положено, у нас не получилось, потому что началась пандемия, ограничения, да. Понятно. Вот так вот. А здесь проживаю уже 2 года. Знаете, как получилось то, что он практически... Я долгое время отказывалась. У меня муж поехал на Мальдивы, он же у меня архитектор, и он хотел... чтобы я к нему туда приехала. Я сказала, нет. Он говорит, я хочу, чтобы ты была моей женой. Я говорю, нет, дорогой мой, не будет такого, никаких заграниц. Я останусь в Казахстане, все. Ну, мне хорошо. То есть даже Мальдивы не сработали, да? Даже Мальдивы не сработали, да. Потому что... И он мне и писал, и звонил, в общем. Потом уже назад вернулся в Казахстан. Я проспала самолет, в общем. Точнее, когда он приехал. Он, бедненький, там в аэропорте остался. В общем, Гулия, а у тебя есть гражданство турецкое? Ну, я на пути к получению гражданства. Пути получения. Да, расскажи, пожалуйста, именно как можно получить гражданство, может быть, кому-то интересно будет. Ну, самый легкий способ – это родиться здесь, по рождению здесь дают тебе гражданство. Второй способ – это
непосредственно купить здесь недвижимость на сумму 250 тысяч долларов, и тебе дают автоматически гражданство. Ну и третий способ – это выйти замуж за гражданина Турции. Там практически через 3 года ты можешь подать на гражданство в браке. Ну, в принципе, даже не важно, где ты живешь, с мужем в Турции, в Италии или там в СНГ. Да, достаточно быть в браке с турецким гражданином и подать уже в консульство на гражданство. Но подаешь ты через 3 года, получается? Через 3 года, да, брака. Мне остался год. В общем, Турция признает двойное гражданство, но не все страны СНГ признают это. Так, ну и третий вид получения гражданства, четвертый вид получения гражданства, это у нас прожить здесь непосредственно 5 лет. 5 лет иметь хорошую историю, хороший доход. В общем, быть интересным в инвестиционном плане или, может быть, что-то сделать хорошее для культуры, спорта в стране. Ну, то есть ты можешь, ну, если правильно понимаю, ты можешь быть не замужем за турецким да, мужчиной, конечно, да? Да, конечно. Но просто прожить. Живешь здесь 5 лет и как-то вкладываешься, стараешься да. в страну. Да, да. И тогда ты тоже получаешь гражданство. Можно подавать на гражданство. Нужно ли язык знать турецкий для этого? То есть влияет ли как-то это на получение гражданства? Ну, если, например, ты пойдешь на получение гражданства, соответственно, там вопрос это тоже будет задаваться на турецком языке, на собеседовании, да. Так уж какие-то элементарные вещи нужно знать. Ну, в общем, переводчик не прокатит, да? Да, да. Там спрашивают вплоть до того, какой маркой телевизора ты пользуешься, да. Так уж нужно быть очень подготовленным к собеседованию. Ну, здесь, например, в Кайсере, как положено, что женщины в основном не работают. Здесь по Турции вообще большой процент безработицы. Это связано с менталитетом. Ну, то есть в семье женщина да. дома? Домохозяйки, да. В основном домохозяйки работает мужчина. Он может там на 2, на 3, на 10 работах умирать. Ну, но жена не работает. Жена не работает. Она занимается воспитанием, хозяйством домашним, а его достаточно. Ясно. Я видела в Инстаграме сторис. С посудой. С посудой, да, родственники. Так уж, в принципе, скучать не приходится. Расскажи, пожалуйста, что такого есть среди турецкого быта, к чему ты не можешь привыкнуть до сих пор, либо привыкала очень долго? Так, очень интересно, спасибо за вопрос. Так, ну, во-первых, сюда, когда ты приезжаешь, это... Тебе нужно быть человеком очень открытым, легким, позитивным, воспринимать многие вещи, например, как, точнее, многие вещи, окружение людей, в общем, легко в своей жизни. Например, если по характеру ты интроверт, то тебе будет очень сложно с социопатом, с социофобом, очень так же сложно. Почему? Потому что постоянно врывается в твое личное пространство. Даже если я пойду с мужем жить куда-нибудь отдельно по Турции, далеко от родственников, то не факт, что ко мне соседи не будут врываться. Без предупреждения, без да? предупреждения до часу ночи, в принципе, за солью, за чашечкой кофе, это в порядке вещей. Все тебя знают, все с тобой здороваются, каждый знает твои подробности твоей личной жизни, могут спросить нетактичные вопросы, например, почему у тебя детей нету, или о чем твой когда будет, да, как, о чем твой муж занимается, а почему там на прошлой неделе к вам какой-то мужчина приходил, в общем, это нормально, в порядке вещей. Это первый момент. Слово также «нет» не используется. Это тебе нужно, как бы, даже если ты идешь куда-то на базар или кому-то, даже если ты это не хочешь, пробовать, кушать, тебе придется сказать. Надо, да? Да, да, согласиться, сказать спасибо, в общем, и попробовать это. А если, например, находитесь на базаре, то, соответственно, любой отказ может смертельно ранить. Так уж, выбирая какую-либо вещь, скажите «спасибо большое». Ты чего, Дерин?
Яринге Лиджи, ну, типа, приду завтра. Ну, все, конечно, поймут, что ты не придешь, но, по крайней мере... Слово «завтра» не так обидно, как слово «нет». Да. Дальше есть еще одно волшебное слово, как «ярн». «Ярн» — это означает «завтра». Например, есть на сегодняшний день какая-нибудь проблема, то нужно ее решать всегда завтра. Да, с мужем то же самое. Я не могла, я привыкла, так как я с постсоветского пространства, что обычно для меня мужчина что? Сказал, сделал. Здесь же обычно, как мужчина пообещал, ты можешь это ждать. Ждать завтра. Завтра ждать. Когда? Или, например, с чувством времени это проблемы. Или, например, я звоню ему и спрашиваю, когда же ты придешь? Он говорит, скоро. Универсальное слово «скоро». Потом опоздание. Опоздание на свадьбы. Например, это считается признаком дурного тона, если ты придешь вовремя. Да, это у нас в этом смысле похоже с казахами. Вот если сказали в 7 часов прийти, ты должен где-то, ну, очень хорошо, если ты опоздаешь на часа 2. Если придешь в 7 часов, значит, что-то с тобой не так. Или голодный. Еще, кстати, я не могу привыкнуть, вот прям вообще не приемлю этот факт. Меня очень сильно прям раздражает. Это то, что когда происходят какие-то сложные ситуации жизненные, когда нужно поднять свою пятую точку, пойти действовать, разруливать ситуацию, типичный турок или турчанка скажет: «А, Аллах велик, что поделать? Вообще, что поделать? Ну, что я могу поделать?» Вот такая вот позиция. Или сегодня одна дверь закрыта, а завтра откроется другая. И вот такое вот расслабленное отношение к проблемам, к решению проблем. Вот этот факт меня сильно раздражает. Ну, то есть какое-то бездействие, да? Да. Угу. Дальше, ведение бизнеса. В плане ведения бизнеса в Турции довольно сложно. Например, те, кто находится в Стамбуле или, например, здесь, в Кайсере, они не могут привыкнуть к тому, что, например, звонят поставщикам и говорят, да, там, завтра я, у вас есть такой-то материал, я завтра жду эту поставку. Или они, конечно же, обещают эту поставку. Они не могут тебе сказать: «Нет, у нас этого нету». Они могут тебе сказать: «Это у нас сегодня продали». Сегодня продали, но обязательно завтра будет. И ты можешь ждать в течение месяца, двух месяцев, уже злиться, обрывать телефоны, говорить о том, что это такое, почему это. А тебе просто намекнули, что этого товара нету, и не жди. Ну ты, так как иностранец, ну, до тебя не доходит, что этого нету. Ну а теперь давай, наверное, перейдем к положительным качествам турецких людей. То есть, ну, есть ли что-то такое, вот, что ты хотела бы подметить? Да, это гостеприимство. Гостеприимство, взаимоподдержка, взаимовыручка. Ты всегда можешь полагаться на своих соседей, на свое окружение. Слово «семья» здесь имеет не последнее значение, в том смысле, что если тебя внешний мир как-то обидел, то обязательно за тебя вступится твоя семья. Ну и насчет соседей. Несмотря на то, что ты постоянно пытаешься от них отгородиться, но это постоянные какие-то угощения, постоянное взаимодействие. Да. Бывают такие моменты, что ты полдня не берешь трубку, к тебе приходят домой, спросят, почему ты не берешь трубку, мы за тебя испугались, почему что-то у тебя случилось. Даже какие-то моменты, например, если мне не нравится, если я недовольна, нахожусь в стрессе, я могу пойти до соседки. Она может даже со мной вместе на пару поплакать, посочувствовать, в общем, что-то посоветовать.
Вот эти классные моменты. Ну, то есть такая вот открытость, она проявляется и в хороших. И в хороших, да. Да. Каждое лето мы, когда тепло, мы все вместе собираемся, все вместе ужинаем, разговариваем, болтаем, в общем. Это вот в магазинах, ты сама по себе, ты становишься такой улыбчивой, позитивной, это с такими... Это входит, да, в привычку. То мне еще очень сильно нравится, это в том, что если ты оставишь где-то какую-то вещь свою, кошелек, документы, то тебя обязательно вернут. Да, это замечательно, так как страна мусульманская, и взять что-либо чужое, это считается харам. И обязательно... Был случай даже, когда мы в торговом центре в туалете оставили кошелек с деньгами. В общем, нам вернули его. Вернули, да. В общем, можно не переживать здесь за личные вещи, за велосипеды, за кошельки. Если что-то где-то оставил, то тебя обязательно это вернут. Ну, или как минимум не возьмут, да? Да, или не возьмут, да. Это... Очень такой вот замечательный плюс. Полиция. Если, например, сравнить нашу полицию, ну, не знаю, как у вас там в Беларуси, но с нашей, например, казахстанской полицией, то у нас какой-то вот прям заложенный страх перед ними. Есть у вас такое? Да? Вот, заложенный страх, вот, божечки, лишь бы там не остановила ГАИ или это. А здесь ты, в принципе, можешь спокойно обратиться за помощью, никто тебя не накажет, никто на тебя не будет смотреть, как на террориста, и дорогу покажет, и объяснят, и помощь окажет. Это очень замечательные такие моменты. Вот. Ну, в принципе, по плюсам, что еще можно сказать? Ну и люди улыбаются. Это самое главное. Улыбаются, доброжелательные. Вот это самое. Здесь как бы расслабляешься душой. Да, по поводу улыбок. Полностью соглашусь, это сразу, ну, именно нам, да, бросается в глаза, и это здорово. Я, например, когда к себе еду, и сервис очень хороший, в плане того, что всегда подходят, спрашивают, что ты хочешь, может, что-то добавить или помочь, в общем, то у нас, например, в стране с сервисом очень большие проблемы. Тебе продавцы в кафе, гарсоны не улыбаются. И вообще, если ты будешь улыбаться и говорить им спасибо, будет такое ощущение, будет такое ощущение, как будто ты кушаешь в долг. Тебе, да, нужно говорить вот так. Эй, слышь, ты подай сюда, подойди сюда. Короче, мне нужно вот это, вот это, вот это. Тогда с тобой нормально разговаривать. Ну, я плачу, да. Да, да. А здесь... В этом плане не надо кого-то подгонять, все, с сервисом замечательно. Ну, это же Турция. Чем, наверное, отличаются восточные народы, южные народы, это именно сервисом, доброжелательностью, вот, улыбками, да, эмоциональностью. Ну, что мне еще забавляет, это то, что все поголовно любители поплакать, что мужчины, что женщины, например, за просмотром сериалов, или в этом плане, да, или там у меня часто бывают такие-то, что я захожу на балкон и вижу такую картину, что у меня муж может плакать за просмотром патриотической музыки, да. Да, или там о том, что где-то какая-то там собачка умерла, в общем, в тяжелых обстоятельствах. Ну, в общем, и это может вызвать слезы у всех, причем, да. Да. Вот это сочувствие, сопереживание мне нравится. Гулия, у меня такой вот вопрос. По турецкому языку, насколько тяжело его освоить? Проходила ты какие-то курсы или вот так, само по себе, в быту, и он как-то вот выучился? И, ну, может быть, не выучился, расскажи про язык, потому что такая тема для многих важна. То, кто хочет сюда переехать, насколько тяжело вот выучить турецкий? Ну, если для любви, то достаточно вербальных жестов. Если, конечно же, спланируешь здесь жить, то надо язык учить. Мне было проще. Почему? Потому что я сразу попала в языковую сферу, рядом не было никого русскоязычных, а кушать и пить хочется в любом случае, научишься очень быстро. Я практически через
два месяца я уже начала доносить свою мысль. Сейчас мне, конечно, все равно приходится учить, доучивать язык, но доучиваю я его в процессе, для того, чтобы доносить уже качественно свою мысль, мыслеобразы, эмоции, за да. Свою принимали. Да, да. Ну, акцент, наверное, он остается надолго. А на курсы какие-то определенные я не ходила, я включала сериалы, фильмы турецкие, да, с русским транслитом. И так учила, в процессе учила. В общем, а для тех, кто сюда переезжает, в принципе, многие турки разговаривают на английском языке, да? Вы же с этим проблем не видели? Разговаривают же много на английском. Даже на русском говорят. Даже на русском разговаривают, так уж, в принципе, можно... Как бы, как есть, так и переезжать, в процессе научитесь. Но вы с мужем говорите на турецком, да? Ну, разговариваем на турецком... Когда я злюсь, перехожу на русский, он там уже по интонации понимает. Ну так. Он, кстати, благодаря мне знает все ругательные слова на русском языке. Так уж просто так его не обзовешь. Без последствий. А муж будет смотреть наши видео? Не скажу, не покажу. Ну, может, посмотрит, в принципе. Он у меня с чувством юмора, да. Ну, наверное, ведь как бы русский он не очень поймет, да? Он жил 3 года в Казахстане, так уж почему-то он хорошо знает слово «сука». Сука. Сука. Сука, поганый турок. Это он слова хорошо знает. Я тоже поделюсь. На Бали слово «сука» у них там какое-то другое. У них очень там «сука вати», «сука кафе», «сука там, сука отели». Очень-очень много. То есть у них там другой смысл. И нам так ходишь в ресторан какой-нибудь, там «сука», там что-то еще. У них это нормально. Еще вопрос, как много здесь, вот именно в Кайсери, живет выходцев вот из наших постсоветских стран? Ну, есть ли какой-то круг общения или, ну, очень мало людей? Потому что я знаю, что в курортной зоне Анталии, Алания, там даже Эгейское побережье много живет русскоговорящих людей. А как здесь? Ну, это как выражение, наверное, есть такое, рыбак рыбака издалека. Видит издалека, так то же самое. Первым делом, когда я сюда приехала, я буквально же в первый месяц, через неделю начала искать своих русскоязычных. И нашла, так хорошо нашла. Вообще, 1500 человек здесь русскоговорящих, да, есть. Но в основном это турецкие жены. Турецкие жены, выходцы из постсоветского пространства, даже из Латвии, из Белоруссии, из Казахстана, с России. Очень хорошо то, что мы дружим, потому что все равно нужна отдушина, человек, который понять друг друга. Все равно... Это же разница менталитетов, обсудить с кем-то надо какие-то текущие вопросы, проблемы, совета спросить. Так уж мы этот очень хорошо общаемся, дружим, с семьями дружим. Ну, я вот, кстати, удивлен, я думал, что здесь очень мало. Мало, да, да. Но есть. Ну, есть. У нас есть мужья. Мы дружим в основном с семьями. У нас мужья турки. Они, кстати, делятся проблемами и смеются над нами между собой, турки. Наши мужья. А мы, в свою очередь, над ними. В общем, как-то у нас такие релакс-беседы. Скажи, пожалуйста, о турецких мужчинах. Что я имею в виду? Есть такой определенный стереотип, вот, что турецкий мужчина — это такой ловелас, который забрасывает комплиментами. Вот так ли это на самом деле? Что ты можешь сказать по этому поводу? Ну, это действительно так. Потому что все, опять же, связано с менталитетом. Девочка в Турции, она воспитывается и растет как маленькая принцесса. Маленькая принцесса, которая с детства осыпает комплиментами, ее любят. И она, даже несмотря хоть какая у нее будет внешность, она идет с этим убеждением в мир. Соответственно, когда мужчина пытается завязать с ней отношения, общение, ему приходится прикладывать очень много усилий для того, чтобы она довести ее до брака, можно так сказать. То есть, чтобы она по-прежнему себя чувствовала? Да, да, вот так вот. Конечно,
О том, будет ли она принцессой дальше после брака, это непонятно, но вопрос, как говорится, времени. Но факт то, что мужчине приходится прикладывать усилия, и когда он эти же усилия переносит на наших девушек, то наши девушки, обычно не привыкшие к такому вниманию, это они все воспринимают за чистую монету. И так как турки, они сами по себе очень ласковые, да, ласковые, не жадные на комплименты, и часто наших девушек это просто, можно сказать, психологически ломает, да, все, она как бы после того, как ей сказали, что у нее глаза ракушки, точнее, как небо, и все такое, в общем, все. Можно сказать, пиши, пропало. Еще пара походов под луной. Да. Но сами мужчины турки, ну, это еще те. Наверное, если бы Андерсон был бы турецкого происхождения, сказки его были бы намного интереснее. Ну, это не от того, что они вот такие вот вруны или еще что-то. У них просто своя картина мира, своя такая вот реальность, да. Они действительно любят всей душой. Не факт, что это будет надолго, растянется на там целых полгода, но... То есть, может быть, коротко, но искренне, да? Коротко, но искренне, от души. В общем, так вот. И все, что сказано мужчиной, то нужно воспринимать это, наверное, правду из этого на процентов 30. Ну, то есть фильтровать, да? Фильтровать. Очень хороший такой прям основательный фильтр в уши. Ну, следующий момент о турецких мужчинах. Плюсы то, что это очень замечательные семьянины. Они здесь не встает такого вопроса, а кто содержит семью. Здесь не встает такого вопроса, что женщина должна идти и сама быть красивой топ-моделью, и заработать там, стать самостоятельной, по дому все успеть. Здесь обычно идет четкое разделение обязанностей. Мужчины в основном зарабатывают. Он будет работать на 3-10 работах для того, чтобы содержать семью. Ну и отношение к детям. Многие мужчины, вот прям для них невыносима сама мысль не развестись с женщиной, а именно остаться без ребенка. Без ребенка, да. Они вот только ради своих детей готовы на все. У меня вопрос вот появился такой. Я как мужчина спрошу про турецких мужчин. Вот у белорусских там мужчин, ну не только белорусских, вот наших славянских мужчин, есть там какие-то общие интересы, там рыбалка, футбол, там кто-то в домино в подъезде играет или что. А какие общие такие темы, которые здесь турецкие мужчины постоянно обсуждают? Или политика там, вот как бы, ну что у них так вот берет их за душу, это вот типично мужское, турецкое вот. Аман. Во всем мире мужчины одинаковые. Все то же самое. Все то же самое. Чай, домино. У нас чай, да. Чай – это каждый вечер. Я, например, летом мужа своего до пандемии, до 2-3 часов я его не видела. Точнее, он у меня вместе с соседями играл аналог домино, но только этот турецкий авокей, знаете, игра. А, знаю, знаю, вот они сидят, да, хихикают с чаем без алкоголя. У них каждый вечер такие вот тематические игры. Пример вашим мужчинам, как может быть весело складываться там разговор, праздник без алкоголя. Ой. В турецких мужчинах, вот как бы я за это их очень уважаю. Даже как бы так вот своим мнением поделюсь, что ну, наших, не знаю, мужчин очень многих губит алкоголь, а здесь, поскольку алкоголя нет, и, соответственно, энергию направляют в другие вещи. Рыбалки здесь тоже безалкогольные. Вот прямо рыбалка, работа, рыбалка. Мужчины, как-то у меня собрался мой муж. Мы первый раз я столкнулась с тем, что у меня муж собрался на рыбалку. Я такая, у меня же сразу же мысли, как у советского просто, напьются, баб заведут там, у них не рыбалка, а бог знает, что получится. Буквально кое-как отпустила мужа. Буквально через часик он замерзший мне звонит и показывает вот это, что они там на берегу озера, что там реально люди рыбачат без еды, без алкоголя, в общем, без ничего. Вот они там порыбачили, все словили и поехали назад. Все. Там алкоголь запрещен.
категорически запрещен. В общем, ты можешь приехать, вот часто работа рыбалка, и он у меня так подмерз там хорошенько, и приехал, сказал, больше никогда, вот ногой на эту рыбалку не поеду, никакого релакса от этой рыбалки. На шумке греются рыбалки. Да, а эти там... Рыбы нет, потом в магазин заехали, купили. Да, да. Когда жена мужа отправляет на рыбалку, говорит, дорогой, если будут в магазине щука дорогая, бери карасей. По дому они здесь бывают, на дачах собираются, это аналог их гаражей. В общем, если собирается, ба называется в турецком. Они тоже действительно, они там не пьют алкоголь, еще что-нибудь, они просто собираются там и играют. В домино, вот, в окей 101, в общем, так вот. Я практически, я проверяла, потому что я звонила, я проверяла, я у меня ассоциации, мужик поехал на дачу, что он там делает на этой даче? А, ну, турецкий мужик играет там. В общем, какие еще? Может быть, это связано именно с местностью проживания. Я живу, например, в Кайсери. Если это будут средиземноморские, курортные турки, то они больше такие расслабленные, у них и высокий процент развода. То здесь, например, если мужчина вдруг, не дай бог, заведет любовницу, начиная с самих мужчин, все в его сторону будут плеваться. Кстати, это без... У нас же мужики как? Хвастаются же обычно. Ну, да. Хвастаются же. Вот у меня там любовница, вот у меня там вторая жена или еще кто-нибудь. То здесь это повод для того, чтобы тебя считать конченным человеком. Гулия, расскажи, пожалуйста, именно о своих отношениях, которые стали складываться, ну, на этот раз уже не с мужчинами вопрос, а именно с турецкими женщинами. То есть, как они приняли тебя, как они вообще, может быть, принимают или не принимают, есть ли сложности или, наоборот, приятности? Так, ну, турецкие женщины... Вообще в Турции во многом подпольно решают в основном все женщины. Как говорят у нас шея, да? Шея, конечно. Голова, женщина шея. Конечно. А, мужчина, несмотря на свою там какую-то эмоциональность, то, что сильный пол, этот на самом деле, они здесь всего лишь, ну, добытчики, можно сказать так. В общем, их надо направлять, да? Их надо направлять, да. Все решают здесь в основном женщины. Женщина – это мама, соответственно, сестры, жена, в общем, во многом зависит от них все. А, так, сами женщины, они тебя принимают, ну как можно не принять иностранку, которая разговаривает так сладко с акцентом на их языке? А, понятно. Да, это такая же диковинка, их это просто восхищает. Льстит. И льстит, конечно же. Они, им также все интересно тебе, они все расспрашивают, интересуются до мельчайших подробностей твоей личной жизни. Ну, сказать, что... И они действительно это все делают искренне. Но сказать, что при этом, что они потом выйдут от тебя и не обсудят тебя между собой, это будет не турчанка. Потому что, а что делать домохозяйкам? Согласись. Ну, что делать домохозяйкам? Только как обсудить другую домохозяйку, ее быт, научить ее. В общем, так уж сказать, что вот прям искренне у меня будет верная подруга турчанка, наверное, нет. Больше я со своими с постсоветского пространства. А так в плане знакомства, общения такого легкого, непринужденного, пожалуйста. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, Гулия, еще про то, как тебя приняла семья мужа. Моя семья состоит из двух свекрови. У меня две свекрови, это в том плане, то, что это моя родная свекровь и свекровь свекрови. Получается, моя свекровь прожила со своей свекровью 37 лет и еще до сих пор живет. Вместе, да, вместе, да. И тут я выходит как маленькая невестка, только вошла, можно сказать, да. Это курс боевого, этот, как сказать, курс... Бойца? Курс молодого бойца у меня сейчас. Ну, так как у нас менталитеты
одинаковые. Если бы я вышла бы замуж в Казахстане, то, в принципе, было бы то же самое. Я жила бы также наверняка со свекровью, то и здесь как бы мне приходится жить со свекровью. Хотя местные турчанки в основном отходят отдельно. Так как я говорила, то, что здесь в основном решают все женщины, а девочек воспитывают как маленьких принцесс. И когда выходит мама, сталкивается с турецкой невесткой, то это происходит вот прям войны кланов, да, батл. Там семья невесты и здесь семья родителей. Получается, родители мужа, это практически такие турецкие сериалы отдыхают. Что связано с моей семьей? Когда я сюда приехала, во-первых, я многих вещей не понимала. Не понимала язык до конца, не понимала быт местный. И по большей части сидела, как болванчик, просто сидела вот так. И улыбалась, да. Беспроигрышно, да. И мама, наверное, мужа во мне не увидела угрозу, что я отберу сына. В общем, я какая-то дурочка приехала с придурковатым видом. В общем, и как, так как я постоянно так искренне улыбалась, и нас так искренне быстренько поженили. В общем, подумали, либо это будет турчанка со своим кланом, семьей, либо это иностранка, тихая, улыбающаяся, выбрали меня. В общем, да, и когда я вошла в семью, мне помню, был такой момент, я повысила голос на мужа. Такое же бывает, в принципе, да. Во время начала отношений, во время брака, в принципе, ну, что-то мне не понравилось, я повысила голос. Мы еще тогда были не расписаны. Мне бабушка моего мужа сказала: ты знаешь, он единственный наш мальчик. У него имя моего умершего мужа. Он самый любимый, это наш наследник. Не смей! Ты чего? Не смей на него поднимать голос. В общем, я проглотила. Когда мы уже расписались, а я знаю то, что, например, здесь в Кайсере, есть такое то, что когда ты распишешься, в принципе, ты можешь спокойно устраивать любые карусели. Это считается позором здесь, в Кайсере, развод или что невестка уехала, ушла. В принципе, после брака ты можешь показывать себя во всю Ивановскую. И помню, сложилась такая же ситуация. Мне бабушка пыталась научить и начала опять же эту же историю про имя умершего мужа. Я говорю: знаешь, бабушка, что был вашим внуком, был вашим сыном, все, аминь, он теперь мой муж. Забудьте, ушел ваш сын. Да. В общем, на этом тема была закрыта. Ну и пару еще таких вот, если ты будешь постоянно воспринимать турецкую семью, а там часто бывает, почему проблемы многих девочек, которые сюда приезжают, выходят замуж, а потом, сломя голову, собирают багаж и валят побыстрее отсюда, да, ближайшим рейсом. В общем, они не могут понять вот эту систему, вот этот быт. Тебе не надо, они часто, так как интроверты, они, я понимаю, что это адаптация, постоянно какой-то вот этот шум рядом. Им постоянно хочется как бы закрыться в комнате, вот посидеть там, понять, что же я здесь делаю, такая бедная, где я, кто я, зачем я здесь. Да. И они часто закрываются в комнате. И таким образом у турецкой семьи, у турецких соседей возникает такой диссонанс. А что же с ней не так?
а почему она постоянно сидит в комнате? Так она еще и мало того, что она сидит в комнате, она еще и плачет. Думает, она еще и плачет и думает. Плачет, потому что она плачет по родине, понятно, плачет, да, по друзьям, по своему, то, что она там оставила. В общем, ну они не могут понять. Мы же ей оказываем поддержку, мы же к ней со всей душой. А она в это время: не надо мне ваша душа, я хочу сама с собой разобраться. И вот этот происходит, когда диссонанс приводит к конфликтам. Конфликтам. Мужчины часто привязаны здесь к мамам. И, соответственно, для того, чтобы часто... Для того, чтобы повлиять на мужа, тебе иногда нужно проявлять хитрость. Mm-hmm. Хитрость — найти подход к маме, да. От тебя же ничего не будет, если ты утром сделаешь чашечку кофе, спасибо, да, и придешь и скажешь: мамочка моя, ну что от тебя будет, да? Зато ты в ее лице найдешь себе верную такую вот, можно сказать, помощницу, поддержку, да, которая в случае чего может и повлиять на твоего мужа, но при этом... В качестве подружки ты уже с ней тоже нужно как бы знать эту грань. Она и не подружка, она мама мужа, и при этом найти к ней хороший подход. И когда девушка, например, я, до меня это доходило год, что найти нужно грань, что при этом не запустить на свою границу, да, а отстоять, но и при этом быть легкой, ну это где-то вот посередине. У меня, да, шел на это год. Это при условии, что у меня еще образование педагога. Я историк-географ, я работала с тяжелыми детьми, я работала в букмекерской конторе с игроками, я работала с алкашами, можно сказать, тоже. В жизни я столько всяких сложных людей повидала, что для меня даже был, да, у меня был опыт, даже для меня это был психологический вот стресс. Стресс адаптироваться к чужой культуре. Вот эти моменты. Какие еще? Ну, моя семья, они все очень эмоциональные, часто неосознанные. И мне приходится иногда, даже вплоть до того, что доходит, что у меня, например, моя свекровь страдает от своей свекрови. И она сидит, например, и плачет. Я прихожу и говорю: как тебе не стыдно? Ты такая большая, почему ты плачешь? Не плачь, ну, больше, да пофиг, ну, вот так вот. Все равно, ну, она же старая, ну, что с нее взять, что... И вот часто мне приходится, благодаря мне, она нашла вот эту психологическую поддержку, потому что мы более женщины СНГ, стрессоустойчивые. Нас тяжело вывести на... Пробить, да? Да, пробить, вывести на эмоции, чтобы мы плакали от всяких мелочей. У нас нет этой выученной беспомощности. И сейчас дома я, можно сказать, даже стала таким вот якорем. Что к тебе, да? Да, ко мне, да. Ну, сама, конечно же, я устаю от этого. Ну что, если любишь мужчину, тебе в любом случае нужно любить его семью. Потому что для любой матери будет трагедия, если вот приехала иностранка, сыночка забрала. Ох, где ж мой сыночек-то? Ну, это же любая трагедия. Да. Для меня самой, если мне будет... Растила. Да, ночами не спала. Да, для тебя, что ли, иностранка? Гуля, расскажи, пожалуйста... В плане поддержки, наверное, да, на начальном этапе, как у тебя было, то есть вот ты приехала сюда одна, естественно, без мамы, без подруг, без брата, не знаю, то есть как тебе вот, насколько комфортно было, что ты, в принципе, сама себя поддерживала изначально? Это очень тяжело в плане поддержки. Был такой момент, что я каждый месяц собирала чемодан. Но мне, например, если была бы у меня здесь мама, было бы проще, так как Казахстан не находится на соседней улице. Это очень проблематично. Это очень проблематично. Собрать чемодан. Но я собирала.
Напоминал, да, он у меня даже был некоторое время как этот собранный. Посмотри. Я помню, один раз собирала чемоданы в злости, а потом посмотрела, что я собрала. Там оказались старые вещи, пижамы и почему-то белый мишка подаренный, игрушечный. И еще вешалка. Я, без вешалки не понимаю. Ну, без поддержки в плане любой девушки, которая сюда приедет, ей надо всегда иметь такую мысль в голове, что как бы к тебе хорошо не относилась семья мужа, соседи или кто-то там еще, ей нужно понимать то, что при ссоре с мужем, не дай бог, конечно, то вся семья мужа, родственники, будут по колено в крови. По колено в крови за своего сына. А ты останешься одна, без поддержки, в стране, в чужой стране. А если не знаешь язык, то проблема с языком, с законодательством. Очень часто бывают такие случаи, когда девочек вот фактически шантажируют. Шантажируют, что мы тебя там депортируем или еще что-нибудь. Такие вот страшные вещи какие-то. Ребята, важный момент. Познакомиться ближе с турецкой жизнью можно в Инстаграме Гулии. Ссылочка на Инстаграм будет под видео в описании. Поэтому переходите, подписывайтесь. Женщине, которая выходит замуж за мужчину турецкого и создала здесь семью и не приняла местный уклад, законы. И когда она пытается вывести ребенка, да, совместный плод любви, можно сказать, и это единственное счастье, ради которого мужчина жил, да, вывести его за границу, то это, конечно, неправильный поступок. И у нас, кстати, часто, что я заметила, когда пусть говорят, вот, программа же есть, газеты различные, СМИ, они все время пропагандируют так, то, что бессовестный турок мужчина выкрал моего ребенка, отобрал, я там отобрал. Вот, если, девочки, будьте осторожны, если выйдете замуж за турка, то обязательно знайте, что у вас ребенка заберут. Ну, а вы как хотели? А как хотели, да? Это его ребенок тоже, да? Это его ребенок тоже, да? Здесь по турецким законам, здесь можешь, без разрешения мужа ты не имеешь права вывозить ребенка. Mm-hmm. Даже если вы в браке, нужно обязательно разрешение иметь. Так, или два паспорта. Mm-hmm. Два паспорта, чтобы было у ребенка. Тогда ты можешь спокойно тоже вывозить ребенка. Ну и вообще я считаю, что это немножко аморально. По рождению, да, ты можешь делать два свидетельства о рождении. Это паспорт свой, например, родилась здесь. Mm-hmm. Ты можешь пойти в российское консульство или украинское, там, белорусское консульство и сделать дополнительный паспорт на ребенка. То есть изначально с рождения? С рождения, да. Да, можно спокойно, в принципе, делать два гражданства для ребенка, чтобы можно его также вывозить. Но при этом понимать, что это не совсем правильный поступок, что ты берешь этого ребенка и вывозишь из страны, да, отрываешь от мужа, отца ребенка. Так. А у нас, кстати, пропаганда идет по-другому. Мы всегда встаем на сторону женщин. Ах, вот они вот такие вот нехорошие, ребенка там выкрал, не дал вывести. Это же тоже неправильно. Гулия, еще такой вопрос, который наверняка интересует девушек славянок. То есть, если ты выходишь замуж за турецкого мужчину, нужно ли принимать религию? Как это вообще происходит? Как это согласовывается или не согласовывается заранее? В этом плане повезло. Я как из Казахстана, а казахи, они мусульмане. Мне не пришлось менять религию. Ну, а для тех, кто славяне, которые приезжают сюда, менять религию обязательно. Еще нужно одевать хиджаб и читать намаз 5 раз в день. Это была шутка? Это была шутка, да. Дымом стали, да. Все зависит от мужчины. Если мужчина более такой вот открытый, он спокойно отнесется,
и семья спокойно отнесется, то, в принципе, она может остаться христианкой, но ребенок однозначно совместно будет мусульманином. Если же это обговаривается заранее, если же она высказала свою позицию, что я останусь христианкой, то, в принципе, возможно, ее выбор будет уважать, что через 8 лет ее не склонят на сторону ислама. В общем, или, может быть, такой выбор, а это часто такой выбор, что идет договоренность, что во время именно самой свадебной процессии она принимает ислам, ей дают имя, мусульманская, да. И она, например, из Виктории превращается там в Айше. В общем, вот так вот. И живет. В принципе, не обязательно покрываться полностью или читать намазы. Ты приняла ислам, и все должно быть, это как религия такая, что она идет на твое желание. Тебя никто не обязан, и никто ни в коем случае не будет тебя вынуждать читать там намаз, принимать что-то. Это все должно быть от души. От души, от собственного желания. Вот такой вот момент. Ну и, насколько я знаю, многие девочки, которых я видела здесь, именно с постсоветского пространства, это с России, с Белоруссии, там, ну, славянок, они 50% принимают, 50% не принимают. Понятно. В принципе, нормально. Но если она не принимает ислам, может встать в позицию мама. Угу. Сказать, нам христианка угу. не нужна. Вот так. Ну, это, наверное, еще зависит от, как сказать, степени религиозности, да, самой мамы. Ну, то есть я имею в виду будущую свекрови. Или не обязательно. То есть это больше как традиция. Это здесь, как, наверное, зависит от людей самих. Она может и ходить покрытая, и якобы читать намаз, но при этом в душе совершенно придерживаться других вещей. В общем, может быть открытая и просто быть верующей. А так как я живу в Кайсере, это очень религиозный город. Город религиозников, здесь очень много закрытых, которые ходят в хиджабах. У меня свекровь сама закрытая, читает намаз. Но она меня, например, не принуждает к тому, чтобы я что-то выполняла, делала. Я так, мусульмане постсоветского пространства, вы же знаете какие-то, они более такие вот лояльные, могут там за застольем тут же и выпить, и дуа прочитать. Да, в принципе, для нас это в порядке вещей. Да. Пойти выпить водочки, но при этом говорить, я свинину не ем. Я не ем, я мусульманин. В общем, это вот такие вот, большая часть. Ну и какой-то процент, который действительно истинные верующие. А как у вас, Гулия, проходит праздник Рамадан? Рамадан, ну, я в своей жизни никогда не держала пост 40 дней. Почему? Потому что у меня мама, она родилась в советское время, а в советское время вообще вдалбливали в голову, что Бога нет. Бога нет, товарищи, атеистка, да. И когда я один раз ей сказала, что я буду держать пост, она мне сказала, ты что? Ты собралась голодать, а ты знаешь, что это богатые придумали, чтобы почувствовать, каково это бедным жить. Да, да, был такой момент. И когда я, мне по медицинским причинам нельзя голодать, когда я приехала сюда, здесь поголовно все, ну, кроме тех, кто на таблетках, по медицинским причинам, все соблюдают. Соблюдают все. И я заметила такую тенденцию, когда соблюдают вот этот пост Рамадан. Здесь очень много злых людей. Очень, вроде бы это время очищения. Очищение, как бы, духовного очищения, там, ты должен читать в это время намаз, там, думать о каких-то светлых вещах. Ну, при этом люди идут в это время на базар, чтобы вечером закупиться, сделать хороший ужин, да, и кушать и вечером, и всю ночь. Да, в общем, они очень злые. В это время уровень конфликтности у мусульман повышается. И я боюсь в это время, например, идти на базар, да? Нет, выходить там
пить воду, чай при всех, потому что это общественное давление начинается. Типа, у меня муж тогда говорит, почему ты такая бессовестная, тебе не стыдно? Вот человек голодает, я голодаю, а ты выходишь и соблазняешь. Иди это же это же неправильно, да. Ты почему такая бессердечная? Гулия, вот ты нас сюда пригласила, можно сказать, в Талас, как такое очень, ну, интересное место здесь. Какая история, что здесь? Вот расскажи, пожалуйста, почему сюда стоит приехать человеку, живущему в Кайсери? Старый Талас – это очень красивое место, атмосферное, которое передает характер, саму, наверное, атмосферу Кайсери, городу 4000 лет, и это одно из знаменательных, можно сказать, значимых таких мест по своей истории. Вот посмотрите хотя бы на эти дома. Раньше здесь же проживали армяне, когда-то это были самые богатые люди в Кайсери, и во время Первой мировой войны так получилось, что они приняли не ту сторону, и здесь началась, можно сказать, такая, ну, небольшая война. В общем, многие армяне убегали. Месяц, кстати, они удерживали здесь оборону. Здесь даже можно посмотреть, почему они удерживали оборону. Потому что само по себе положение горы очень удобное. Город находится вот так вот, ступенчато. И они удерживали здесь оборону целый месяц. Целый месяц от турков. Но когда все-таки произошли политические изменения, Ататюрк пришел к власти, в общем, они, многие из них бежали. И даже можно посмотреть, вот в этих углублениях где-то оставались клады. Клады, да, клады, да, они оставляли свои денежные средства, в чем есть, вот со своим скарбом убегали отсюда. И когда турки сюда пришли и начали забирать вот эту территорию, эти дома для своего проживания, многие находили их. В общем, обогащались. Армяне были христиане, турки мусульмане, и, соответственно, как я понял, когда начался конфликт, как это бывает, ну и в последней истории, там, в той же Сербии сейчас, где-то вот на Нагорный Карабах, то есть начался вот этот конфликт, опять же, религии, да? Здесь не только был конфликт религии, здесь больше связаны социально-экономические причины, военные причины, потому что армяне жили очень зажиточно, турки на них работали, а кто любит людей другой нации на своей земле? И был такой разговор, что если они поддержат, получается, француз и англичан, то им дадут свою территорию здесь. Соответственно, они хотели здесь создать свое какое-то независимое государство, что привело, соответственно, к стычкам, к военным стычкам, а все-таки турки – это османские турки, они не просто так сюда пришли и завоевали эту территорию, чтобы кому-то отдавать. Многие армяне, которые здесь остались, зажиточные, они не хотели менять там местоположение, они многие приняли ислам. Приняли ислам, приняли, можно сказать, мусульманские имена, фамилии и стали турками. Ну, это позволило им тут уже остаться. Да, уже здесь, да, остаться. И сейчас вот нынешнее поколение, которые говорят, что он османский турок, там, например, но на самом деле, если посмотреть там дальше в корне, что они армяне. Приходите ко мне на страницу, у меня вы сможете увидеть подробности о том, как живет иностранка жена в Турции, о том, что у меня две свекрови, как я с ними управляюсь. Ну и, конечно, все особенности менталитета, шопинга, о том, как-нибудь обманутым с туристом. Я вас жду. Гулия, я задам вопрос. Сюда, в Кайсери, приезжают в основном туристы, которые хотят покататься на лыжах, ну, наверное, посмотреть Каппадокию. Вот. Но, опять же, те, которые едут в Каппадокию, они живут где-то там в Гёреме, не в Шихир. А если человек живет здесь, в Кайсери, у него есть там пару дней свободных от катания, куда ему сходить, что посмотреть, что здесь интересного, как разнообразить вот свой досуг? Скажу так, общую такую десятку, что можно посетить. Во-первых, можно посетить это далеко, совсем не туристическое место, как Искиталас. Проникнуться, где мы сейчас, проникнуться атмосферой. Этой стороны все-таки домам здесь 300-400 лет. А сейчас здесь минимум народу, потому что
данную территорию, данные дачи, можно сказать, дома старинные, могут только позволить себе зажиточные люди. А стоимость вот любого из этих домов – это 3-4-5 квартир. В общем, вот там вот в Кайсере 3-4-5 квартир за один дом здесь. За один дом, да. Его могут себе позволить только зажиточные. И используют их в качестве дачи. Почему? Потому что летом здесь прохладно. Ну и сам факт, что ты живешь в старинном особняке, наверное, душу греет как-то. А летом здесь практически никого нету. Зимой, точнее, никого нету. Они все переезжают уже в город, там, где есть коммуникации, тепло, квартиры. Второе место, это обязательно, даже можно поменять их местами с Таласом, это крепость Цитадель. Которая в центре города, Калия. Да, около форума. Там. Да, это сама крепость, это, можно сказать, с византийских времен, еще когда Кайсери стоял на пересечении Великого Шелкового пути, это торговый город. И эта крепость, она служила укреплением от внешних врагов. Вот, она сейчас прошла реставрацию, можно ее посмотреть. Могучие такие стены, укрепления, 19 башенок. Сама вот эта башня, можно сказать, по своей форме, она показывает, можно сказать, толщину вот этих стен. Она защищала, можно сказать, и отреставрирована была во время сельджукской эпохи. Потом турки, османы использовали ее как торговую площадь. Ну и на данный момент это уже как яркая такая вот достопримечательность. Там же можно посмотреть археологический музей. Археологический музей, он состоит из того, что практически все вот там черепки, вазы, все бытовая утварь, все, что было найдено в Кайсери, в окрестностях Кайсери, находится там собрание. Много вещей именно римской эпохи, это колонны, полуобнаженные женщины, мужчины там. Тут тоже не были. Да, это история, это удивительная история. Это получается, если сам город находился, Цезарий, его, кстати, изначальное название Цезарий. Да. Это столица каппадокийских царей, это еще со времен ассирийцев, они здесь ассирийцы, хетты, вот первые упоминания, они в это время вели здесь торговлю, первая чеканка римских монет была, кстати, именно в Каппадокии, в Кайсери. И когда велась вот эта продажа, торговля, вот этот характер, кстати, очень сильно заложился в самих турках, которые проживают здесь, в анатолийских. Они тоже такие же практичные, рациональные, прижимистые, в общем. И многие богатые люди именно выходцы с Кайсери. После этого можно посмотреть еще также обязательно рынок Чарши, Капалы Чарши. За крепостью, да? Он сразу же практически рядом, на одной площади. Рынок Чарши, он одинаково очень интересен, чем что ведет практически с османской эпохи, в общем, свое существование. Он состоит полностью из чего? Из такого бадестена. Бадестен знаете, да? Бадестен – это место, где раньше богачи, османские богачи, хранили свое золото. Это как аналог банка современного. Золото, шелка, состоит из бадестена купола. Потом рядом идет Чарши. Чарши – это закрытый базар. Там все очень хорошо разделялось. Вот это ювелиры, это ковры здесь продают, мастера там утвари, в общем, вот так, это закрытый базар. И, соответственно, идет уже пазар. Пазар, Чарши, понятно, да? Чарши, потом пазар. Пазар – это уже в основном продукты питания. Развлекательного характера. Мазакаленд. Это что такое? Ну, это парк развлечений. Здесь он есть, но он на время карантина закрыт. Парк развлечений Мазакаленд. Потом два торговых центра. Это Кайсери форум. Кайсери парк. Форум. В общем, там можно сделать шопинг не хуже, чем в Стамбуле. Так. Вот такой вопрос. Вот уровень цен в Кайсери, ну и, допустим, там побережье, где большинство туристов, Анталия, отличаются цены или нет? Или они, в принципе, одинаковые? Ну, именно там на покупки, на шопинг.
У нас почему-то в голове было такое, что здесь цены будут дешевле, потому что здесь меньше туристов, нежели на Анталийском побережье. Или это ошибочно было? Ну, если какие-то бренды, марки, то они, в принципе, одинаковые цены, да, одинаковые. На продукты питания в Стамбуле, в больших городах, в курортных городах, где население побольше, там дороже идет, чем здесь. Здесь все-таки население практически около миллиона, ну, чуть больше миллиона, в общем. И цены здесь различаются на продукты питания меньше. Так, но этот город, он дорогой за счет того, что здесь высокая стоимость квартир, например, практически одинаково, чуть-чуть меньше, чем Стамбул. В общем, дешевле, кстати, купить квартиру, например, в Анталии или в Алании. Вот так вот, да, на побережье моря. Так, ну что еще? Здесь, что хорошо, это город-фабрик. Город, так как это же исконно же. 3500 фабрик. Когда летели на самолете, там, подлетая с Кайсери, вот оттуда, со стороны западной стороны, такой большой, ну вот очень много таких, как бы, ну как промышленная зона, как ангар, это вот это и есть вот это фабрики. Фабрики, да, да, здесь находится больше 3500 фабрик, только все сами изготавливают. В общем, это город бизнесменов. Здесь мало кто вот просто так себе живет. Госслужащие пенсионеры, да. В общем, это город бизнесменов, они очень постоянно что-то создают. И, кстати, это считается центром «Анатолийский тигр» в Кайсери. «Анатолийский тигр». Почему? Потому что... Восточный тигр, так это «Анатолийский тигр». «Анатолийский тигр». Почему? Потому что он делает миллиарды долларов в экономике Турции за счет экспорта своих товаров. Здесь и обувь, и ковры, и двери практически. Мебельная промышленность здесь хорошо развита. Вот практически все, что продается за границы, чаще всего изготавливают здесь, в Кайсери. Ну и за миллионером при желании можно сюда, но именно в Кайсери. Это чистый город, и он, в отличие от всех, можно сказать, турецких городов, отличается именно чистотой. Не заметили? Вот скажу тоже, мы по улицам ездили, мое впечатление от города, это то, что город очень действительно чистый. Ну, то есть вот я первое, очень много таких вот застроек, очень похоже на наши спальные районы, как вот в моем родном Минске, но город действительно чистый, очень много новых домов, все дома вокруг них, детские площадочки, дорожки, какие-то тренажеры стоят, лавочки, то есть он такой вот как-то социально ориентированный, как у нас любят говорить, город, вот, и... Как вот Гулия сказала, действительно город чистый, и мы даже с Викой ехали на машине, мы отмечали буквально недавно, говорил, что город действительно чистый, вот мусора нету. Вот у нас в Беларуси хвастаются тем, что вот у нас чисто на улицах, но не только у нас чисто на улицах. Ребятушки, я очень благодарен Гулие за то, что она отозвалась на нашу просьбу рассказать о Турции, о том, какая она есть на самом деле, глазами того человека, который здесь непосредственно живет, а не приезжает там на день, два, на недельку, вторую в отпуск. Я еще раз напомню, что внизу под видео есть ссылочка на Instagram Гулии. Переходите туда, обязательно подписывайтесь. И все вопросы касательно видео вы можете также задавать в комментариях, либо непосредственно в Инстаграме Гулии. Ребят, и если вам понравился такой формат видео, для меня он впервые, пишите тоже в комментариях, что здорово, классно или ерунда. И, соответственно, если это вызовет хороший ваш отзыв, я буду снимать другие такие видео в других странах. На этом, ребята, все. Мы с Гулией говорим, с Гулией... Как с Гулией, да? С Гулией. Мы с Гулией говорим вам пока! Гюле-гюле! Пульчика!